У православных христиан сейчас главный в году Великий пост. Он считается самым строгим и продолжительным. Длится 7 недель до светлого праздника Пасхи, который в этот раз выпадает на 24 апреля. Надо заметить, что с каждым годом все больше жителей Верхневолжья принимают решение придерживаться поста. Корреспондент нашего канала разбирался, что представляет в наше время постное меню, где можно вкусно и полезно потрапезничать, не нарушая канонических правил и при этом соблюсти нужный баланс витаминов и микроэлементов в организме. Постными и вкусными рецептами с нами поделится тверской повар. Об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Постное меню подразумевает в первую очередь отказ от употребления мясных и молочных продуктов, а также делать добрые дела. Мы поинтересовались у жителей Твери, что значит для них пост. Соблюдаю пост уже более 30 лет. Что кушать, это не главное, это всего лишь сдерживающий фактор, потому что пища, она мясная, она вызывает страсти. То есть действия, энергии много. Это прежде всего нужно для себя, как очищение. И все равно это вера в Бога, а не то, что там у кого-то диета или еще что-то. Это духовно должно быть прийти. Надо дать организму отдых, я думаю. И еще раз надо подумать, как говорится, у людей нет еды, нет этого, чтобы не зазнаться, чтобы понять и довольствоваться тем, что есть. Надо держать пост, я думаю. Великий пост – время духовного и физического очищения, работа над собой. Нужно умерить свои потребности, в том числе и в пище. Однако, по словам настоятеля Тверского храма трех исповедников отца Виталия, к посту нужно подходить разумно. В эти дни каждый христианин, он смотрит по своим силам. Для человека неподготовленного бывает порой тяжело начинать поститься. Кто уже каждый год постится, уже более легко это все переносит. И, наверное, здесь нужно еще смотреть по состоянию. Ни в коем случае нельзя доводить организм до истощения. Потому что если мы не сможем работать, выполнять свои обязанности, это будет не Богу угодно Богу. Для беременных женщин, детей и людей с хроническими заболеваниями есть послабление. И рацион постящегося должен быть сбалансированным. Приходится штудировать кулинарные форумы и книги, пытаясь добыть правильный и вкусный рецепт. Впрочем, в 21 веке постное меню весьма заманчиво. Такое представлено в популярном тверском ресторане «Панорама». Оно разработано специально для тех, кто верен православной традиции. Здесь и овощные салаты, и свекла, копченая с арахисовым кремом, картофельные котлеты. Рецептом этого простого, но вкусного и популярного блюда поделился с жителями Твери шеф-повар ресторана. Для этого нам понадобится две картошки отварной, пол луковицы, перца и кабачков, соль, зелень и перец черный молотый. Картофель натирается на крупной терке, добавляется зелень и специи по вкусу. Надо хорошенько размешать, чтобы не было ни комков, чтобы хорошо она смешалась. Затем формируются котлеты и отправляются на сковородку, где обжариваются до золотистой корочки на медленном огне. Подаются с овощным соусом, нарезается мелко перец, кабачок и лук. И тоже на плиту, где тушатся в воде и растворенном крахмале. В соус можно добавлять любые овощи. Крахмал заменяется обычной мукой, говорит шеф-повар. Картофельные котлеты и свекольный салат оценила и постоянный гость ресторана Светлана Шепет. Очень интересное постное меню. В наше время многие люди соблюдают пост, и это правильно, и это традиция. Я бы хотела попробовать вот картофельные котлеты. Это блюдо, я помню, как готовила моя бабушка, и это необыкновенно вкусно. «Панорама» – это идеальное место, где прекрасный интерьер сочетается с кулинарным искусством. Ресторан находится на 22-м этаже самого высокого здания бизнес-центра «Тверь». И перед гостями открываются прекрасные виды на самые памятные места столицы Верхневолжья, которые явно будут способствовать хорошему настрою и умиротворению, что особенно важно в дни Великого поста.